Сегодня в России день траура по погибшим в крушении самолета Кагалым-Авиа в Египте. Все, кто был на борту рейса 92-68, 224 человека, в том числе 25 детей, погибли. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории отечественной авиации. По всей стране приспущены государственные флаги, развлекательные мероприятия, программы на радио и телевидении отменены. Здравствуйте. На НТВ новости, в студии Дмитрий Завойский.